автомобильные колонки Урал АК-47. Бюджетная коаксиальная акустика. Акустическая система поставляется в картонной коробке. В комплект входят две колонки с декоративными решетками, монтажный комплект, состоящий из двух кабелей, клипсы, винтов, а также набор документации. Итак, перед нами двухполосная коаксиальная акустическая система, состоящая из двух динамиков круглой формы диаметром 13 см с остальными корзинами. Цвет классический черный. Сборка качественная, без люфтов и щелей. Акустическая система Урал АК-47 воспроизводит звук в частотном диапазоне от 48 до 20 тысяч Гц. Номинальная мощность 75 Вт. Пиковая достигает 170. При этом колонки имеют расширенную диаграмму звука, обеспеченную уникальной технологией расположения динамика. Фирменный трехслойный диффузор на основе целлюлозы с полимерным покрытием, антирезонансное покрытие корзины и плавный ход динамика позволяют колонкам выдавать четкий глубокий бас. Динамики имеют малую глубину монтажа и универсальный крепеж. Посадочная глубина системы равна 60 мм. Подключение возможно как напрямую к головному устройству, так и к внешнему усилителю. Устанавливать колонки лучше в дверь или в полку. Кстати, подключение колонок не потребует лишних усилий. Провода, идущие в комплекте, удобно вставляются и уверенно держатся в зажимных клеммах. Как итог, акустическая система Урал АК-47 – прекрасный бюджетный вариант для прослушивания музыки разных жанров на средней громкости.